Брюссель решил взыскать с большого бизнеса миллиарды евро, причитающиеся государственным бюджетом. В нежелании честно платить в ЕС налоги обвиняют Starbucks, Apple, Google, Amazon. Еврокомиссия выступила против выведения из-под налогообложения дивидендных платежей, которые главные офисы компаний получают от своих подразделений за рубежом. Это предложение специально направлено на решение этой проблемы, сказал еврокомиссар по налогообложению Альгердо Шемета. Мы хотим пресечь злоупотребление различиями в налоговых законодательствах разных стран, пока они позволяют переводить прибыль без уплаты налогов из одного государства члена ЕС в другое или в третью страну. Предложено прикрыть лазейки, существующие в директиве, которая изначально разрабатывалась для борьбы с двойным налогообложением трансграничных корпораций в ЕС. Благодаря им британское подразделение сети кофеен Starbucks до лета этого года просто перекладывало прибыль в свои подразделения в странах, где налоги ниже.